Добрый день, дорогие друзья, уважаемые поклонники футбола, в особенности футбола юношеского. Юношеская футбольная лига ЮПЛ-1 нашему вниманию здесь, на стадионе Академии Спартака имени Федора Федоровича Черенкова. 12-й тур, родина Рубин. Передача поперек поля, это ошибка. Какая ошибка? Выход 1-1. Здесь пытается Горбачев исправить ситуацию. Росляков спасает. Защитник, который и играл за сборную. Но большинство игроков Рубина здесь. Встречает эту атаку Родины. Можно пробить издали и бьет Амаров. Здорово качнул соперника, сместился в центр и бил в ближний угол. Артем изначально нападающий, но уже сейчас последний раз не вспомнишь, когда он играл в атаке. Еще одно столкновение, еще одно нарушение правил. Ну и в этом плане у нас файт коммун продолжается. Ну и Пантелеев в данном случае нарушал правила. Восьмой номер Родины. Амаров бьет выше перекладину. Сам удар у Амарова получился неплохим. Прикинул он стенку. Айрат Гайнман. Созвучный, да? Фамилия главного тренера и футболиста Рубина. Атакует. И удар, рикошет, гол. Реваль Гумеров здесь забивает. 1-0. Если не поспел Горбачев за Гумеровым, не успел в том числе и сфалить. Мяч очень быстро доставлен в центр. Аверьянов. Сейчас было возможно то, что мяч останется под владением Родины. Бьет Смирнов. Атака Рубина. И здесь. Невероятно. Был пустой створ перед 14 номером Рубина. Он на своей половине поля запускает мяч в штрафную площадь. Шарапов нарушает правила. Ну а теперь звучит финальный свисток. Рубин одерживает минимальную победу со счетом 1-0 благодаря голу Реваля Гумерова.